Но вначале в Новодвинске разыскивают ребенка. Диана Афимина ушла из дома еще 19 апреля и до сих пор не вернулась. На вид девочки 12-13 лет, рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с рыжим оттенком. Была одета в ярко-оранжевую короткую куртку на молнию с капюшоном, укороченные голубые джинсы, синие кроссовки с белой подошвой. Может находиться как в Новодвинске, так и в Архангельске. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дианы Афиминой, просьба сообщить в ОМВД России Приморский по телефонам, номера на экране.